Ачтуально. Болгария. 17 удивительных фактов о Второй мировой войне. Александр Каларов. Ачтуально чон. Болгария. 1 марта 2020 года. Факты о Второй мировой войне, которых вы, вероятно, не знали. 1. Первый немецкий военный, погибший на войне, был убит японцами. 2. Первый погибший американский военнослужащий был убит русскими. 3. Среди американцев в воздушном корпусе погибло больше солдат, чем в морской пехоте. 4. Польская католическая кушерка Станислава Лещинска приняла рода более 3000 детей в концентрационном лагере с Венцем во время Холокоста в оккупированной Польше. 5. Во время Второй мировой войны британские солдаты получали по три листа туалетной бумаги в день. Американцы получали 22. 6. В 1941 году в США было произведено более 3 миллионов автомобилей. За всю войну было произведено только 139. 7. Четверо из пяти немецких солдат, убитых на войне, погибли на Восточном фронте. 8. Только 20% мужчин, родившихся в Советском Союзе в 1923 году, пережили войну. 9. Во время Второй мировой войны самым молодым военнослужащим в армии США был Калвин Грэм. 12 лет. Грэм солгал о своем возрасте, когда он поступил на военную службу в ВМС США. 10. При осаде Сталинграда русская страна потеряла больше военных и гражданских людей, чем Соединенные Штаты и Великобритания вместе взятые за всю Вторую мировую войну. 11. Чтобы гамбургер не звучал слишком по-немецки, во время Второй мировой войны американцы называли его "Либертестяк" (стейк свободы). 12. Уильям Гитлер, племянник Адольфа Гитлера, служил во флоте США во время Второй мировой войны. 13. На столе Адольфа Гитлера стояла фотография Генри Форда. На столе Генри Форда фотография Адольфа Гитлера. 14. Коэффициент смертности военнопленных в русских лагерях составлял 85%. 15. Первая бомба, сброшенная союзниками на Берлин, убила единственного слона в Берлинском зоопарке. 16. Если бы понадобилась третья атомная бомба, целевым городом был бы Токио. 17. Общее число жертв Второй мировой войны колеблется между 50 и 70 миллионами человек. 80% из которых из четырех стран – России, Китая, Германии и Польши. Более 50% жертв были гражданскими, причем большая часть из них – женщины и дети. Комментарии читателей. Анонимен. Какая третья бомба? У них их было только две. Больше не создавали. В этом был их козырь. Бросили одну с ураном, одну с плутонием, и японцы капитулировали. Но при этом они не знали, что у них не было третьей. В противном случае, в случае сухопутного вторжения в Японию число жертв среди американцев превысило бы 1 миллион. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.